криками «Черчилиха приехала!» встречали первую леди в советских городах. Клементина побывала в Одессе, Сталинграде, Ленинграде. В длинном списке значился и Ростов. Здесь думали увидеть буржуйку, какую-то мехах, а вышла женщина в таком полувоенном френче, совершенно не похожа на жену британского премьера. В Ростове Клементина оставила добра на 400 тысяч фунтов стерлингов или на 8,5 миллионов советских рублей. На эти деньги в то время можно было купить 63 легендарных советских истребителя из 16. Но мисс Черчилль потратила их на мирные вещи. Привезла, например, новые кровати для больниц. Аналогов им не было. Кровати, они были во всех отделениях хирургии и в ЦГБ. Это многофункциональные, которые меняли положение головы, туловища там. Изгибы лишние создавались. Некоторые кровати принимали пациентов до начала 21 века. Клементина Черчилль помогла и науке, подарив кафедре анатомии скелет. Он охраняет музей медуниверситета и по сей день. Памятная доска о этих далеких событиях теперь украшает здание горбольницы номер 10. Здесь, на пересечении Садовой Чехова, жила британская гостья. Второе и важнейшее событие, что мы это делаем в канун 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. После поездки в Союз мисс Черчилль опубликовала мемуары, и вот их копии передают на хранение Ростову. В этой небольшой маленькой книжечке описывается ее впечатление о визите в России непосредственно в Ростов, поскольку она говорит, что это было самое яркое событие. Кстати, эта табличка Клементине Черчилль не первая в Ростове. 11 лет назад память о ее приезде увековечили на стенах ЦГБ. Юлия Карасюк, Александр Чалый, Юрий Бабенко, на Дону.